Всем привет из солнечного Сочи, 1 января. Включение из парка Ривьера. Плюс 12. Пол первого дня. Идем гулять в парк. Людей сегодня повыходили на прогулку много. Всем надоело сидеть дома, есть, надо гулять. Тем более местные выходные. Погодка шикарная. Так, куда идти нам? Нам идти левее. Ривьера. Карта парка. Дом великана. Такие вот интересные. О, в мячах. Ой. Ну-ка сейчас посмотрим елку. Такая елочка здесь. Ривьера. Чебурашки Гены. Парк Ривьера. О, какие тут. В 2008 году приехали на стадион. Так, а он сейчас пойдем. Туда сходим, посмотрим. Ого, людей сколько. Все, пойдем. Пойдемте за ней. Ну, давайте, садись. Пойдемте. Сына. А что там?
какая красота. Все зеленое, все пышное, все пахнет. Ах, запахи. Так, куда это мы зашли? С этой стороны здесь посмотрим. Ага, тут не работает, да? Водопадик, фонтан. Слушайте, ну блин, сегодня жарко так. Я, блин, надел куртку теплую. Думал, будет, блин. Вчера ночью думал, будет прохладно. А оно никак не прохладно. Жарко даже. О, какой-то мемориал. Чего-то там скульптуры какие-то стоят. Смотрим. Угу, спортсмены 1 января бегают. Так, что тут у нас? О, красиво здесь. Вышли с парка, получается. Сейчас вернемся, посмотрим, как здесь. Красиво, да. Такие вот фонтанчики. Красота. Собачка с Пушкиного года. Целых всю ночь гуляла. Красота. Везде стоят. Так, что это у нас такое? Интересно знать, где тут надписи. А надписей здесь нету. Или может с другой стороны есть? Парк Ривьера. Нету. Должна же быть какая-то табличка. Что это такое за место? Нету. Никакой таблички. В интернете надо только смотреть. Ладно, идем в парк. Дальше смотрите. 1 января 2024.
Так, куда нам идти, в какое направление? Сюда можно. Сочи, с Новым годом и Рождеством, парк Ривьера. Севастьянов Виталий Иванович, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза. Так. Выйдем на аллею эту, пойдем вверх. Пойдем вверх. Вот такие елочки в горшках. Люди кушают, сидят. Дома поели уже все. Ну, а некоторые, может, даже и ничего не покупали. Парк юрского периода. Ничего себе. Динозавры. А, уже по всему забыли. Какое пираты Карибского моря. Красивый кораблик. Аттракцион. Сколько я здесь сижу, тут еще никто не вышел. А возможно, вы и правы. Не стоит еще вам входить в этот корабль. Пустите вперед себя кого-нибудь из родственников. Да. Фламинго. Розовые фламинго. Якорь. Дед Мороз, Снегурка. Дельфинарий. Тут, конечно, больше приходят с детьми, чем так гуляют. Зоопарк. Где-то здесь есть океанариум. Надо будет посмотреть, где есть океанариум. Пойдем, Вань, туда, по порт. Шоу крокодилов. А вот океанариум. Ну, это, наверное, мы в конце. Сейчас мы пройдемся. Посмотрим. Так, туда можно идти, сюда. А вот и океанариум. Потом
подходим. В океанариум посмотрим. Океанариум. Это анаконда. Так, что там у нас дальше, посмотрим. Или сейчас можно зайти в океанариум, а потом пойти дальше. Так, а подниматься сюда можно? Закрыто, нет. Закрыли. Так, а здесь что у нас? В этой стороне. А ну здесь уже такое. Домики, момики. Здесь ничего и нету. Вроде как. Здесь уже ничего и нету. Станция. Чего станция? Станция. Ходят люди там еще. Станция. Сейчас посмотрим. Чего станция? А тут что? Тут ничего нет такого, в принципе. Оттуда люди пришли. Станция Сочи. Туда идут люди. Так, что, идем? Да, идем смотреть. Он не такой уж и большой, но тем не менее можно зайти посмотреть. Thank you.
висит, я ее и не увидел сразу. Повесили, блин. Интересно, сколько они весят. Килограмма 3-5 где-то. Ну, 2-3 килограмма точно. Если не 5-7. Лабиринты целые. Тут, конечно, вот сюда им надо. Эти места мало. Тут прям целые лабиринты.
сверху череп. Пиранья. Покажите ваши зубки. Красиво здесь. Пинцет желтая. Высокий такой. Ну какая. Подгружается что-то. Уже тут все смотрели. Мы вышли на конец. Чтобы какие бужи. Слышали. Ну, черепаха, держи. Держи, держи. Как домашний аквариум небольшой. Место много. Плавать можно. Тут мелочь одна. Пузатая плавает. О, это скат, что ли, или нет? О, черепаха огромная. Обалдеть. Ой, и тут место нормально так поплавать. Эй, черепаха, ты куда? О, плывет сюда. Ох, какая здоровая красавица. Ты шо? А задними, что-то передними только гребет. Или, в принципе, что тут спокойно себе плавает, это ж не я в бассейне. И руками, и ногами. А ей тут что в маленьком таком этом себе плывет в кайф передними лапами. Ух, какая красивая черепашка. А, и задними он, да, чуть-чуть тоже. Там у него
что-то одно задняя правая часть есть, а левого что ли нету. Непонятно. А ну-ка, плыви сюда еще раз. Посмотрим. Вот с правой стороны есть, а с левой стороны нету какой-то, что непонятно. Гоняют друг друга. Какая-то змея, что ли? Похоже, как на змею. Ребёшки такие, кросики, чтобы покормили, а еды нету.
есть. Могу угостить. По килограмм 10-15. Ну, есть поменьше, да. По килограмма, наверное, 5. А есть прям монстры. Стайная, промысловая, вкусная, съедобная рыба. По ним видно, посмотрите, хищники. Причем они такие активные, что акулы прямо в подметке не годятся. Значит, что касается акул. И вон та рыбка, их две, которых вы принимаете за акулят. Они бывают, это рыба сверху, на акуле, сбоку, снизу. Вот смотрите, как сейчас. Рыб вот одна, плывет вторая. Они когда подросли, уже хотя бы отдельно стали плавать. А до этого они, мы когда это уже третье поколение у нас, нам лет 16, океанариум 18-й год, вот, и многие со дня открытия у нас, а прилипалы, они уже, я же говорю, отживают следующее, да, уже третье поколение. Приехали недельные, вот такие малюсенькие. Мы их бросили, под акул прям метились так. И они 3 месяца от акул вообще не отлипались. Потому что для нее акула. Кафе, ресторан, транспортное средство, охранное предприятие, и пока она маленькая,
она боится всех и всего. А вот один лоцман такой проплывет, и нашу прилипалу запросто съест. Сейчас-то уже не съест. Сейчас они уже освоились, плавают отдельно, и эти уже ко всем привыкли, приспособились. Рыбка прилипала очень интересно устроена. Они сейчас опять приплывут, они такие уже подружились, веселятся, вместе плавают. У них тоже праздник Новый год, они тоже его отмечали. Мы раньше, знаете, как интересно, ставили своим рыбкам туда внутрь в елочку. 31-го все стоит, рыбки плавают, все замечательно. 1-го приходим утром, елочка на боку. Я говорю, видите, даже рыбки отмечают Новый год, празднуют, очень хорошо. Кстати, рыбки очень умные, это нам так хочется, чтобы кто-то был глупее нас. Я вам сейчас на рыбках, на примерах некоторых рыбок это докажу. Значит, давайте вернемся к акулам. Почему? Потому что здесь лежит пара, самочка и самец. А третий, получается, второй самец, то есть третья акула, за поворотом, кто-то уже прошел, видели там, вот проходит, да? Значит, почему? Когда уже решено, кто будет папой, пока не решено, они втроем, у них такое трио заседание все время, вот, я их называю трио Маринич, пока они вместе, все лежат вместе, и сейчас бывает вместе, но в основном уже пара. Кто папа, тот и охраняет, тот и помогает. Мамочка наша беременна шестыми. У нас не просто один раз случайно получилось, а у нас акулы, акула наша мамочка рожает регулярно. Пятое поколение, вот смотрите, прилипала вам, демонстрирует, как она может на стекла. Видите, с той стороны можете посмотреть, чем она прилипла. Сейчас буду рассказывать вам. Видите, рыбка на стекле. А это здесь. На акуле может быть, если часто люди приходят, там наверх пузом на акуле. Люди так смотрят, говорят, у вас там, или там на полу лежит вверх пузом, говорят, у вас там рыба сдохла, вверх пузом валяется. Я говорю, у нее на голове вот эта липучка, платформочка, с помощью нее она и крепится. Поэтому, когда сверху, то вверх пузом. Когда под акулой, то плывет ровненько. Значит, в природе киты, дельфины, днище корабля, акулы, все устраивает, лишь бы не работали. Они вообще с акулами живут в симбиозе. Я не могу совсем ее обвинить, сказать, что вот она ничем не помогает. Помогает, акула она чистит. Но больше все-таки акула ей. То есть защищает, охраняет, еду дает. Это все как бы условия у них содружества. Что касается еще раз акул, они взрослые, им 17 лет, 18 год. У нас есть самочка и два самца, и детки появляются регулярно, минимум двое. В природе мама может 5 или 6 родить, но она крупнее. О, приходится все время прерываться, море наплывет. Это большая редкость, вам подарок к Новому году. Она обычно, они поели, тем более это наша старушечка, она ей больше 20 лет. В природе такие рыбы, ну 20 лет, 20-25, это уже вообще потолок. Значит, 1,5 метра у нас в природе 2-2,5. Кстати, какие огромные ночные хищники, рыбы семейства угрев. Или есть захотела, или поругались, там еще подружка у нее молодая, и вот они место тогда меняют. У нас мурены 8 вот таких было, но потихонечку за этот период уходят, они же стареют, уходят. Сейчас новые появляются, молоденькие, начнут расти. Сейчас маленькую покажу во втором аквариуме, где-то там на выходе Рина Мурена, малюсенькая прячется в камнях. То есть смысл, почему вот мы всегда такую небольшую проводим экскурсию, надо не пробегать, а заглядывать вовнутрь. Вот тогда много интересного увидите. Значит, в очередной раз, как мы возвращаемся, буквально еще два слова, все. Значит, наши дети в Екатеринбурге, в Волгограде, в Москве, мы их меняем на других рыбок. Когда они появляются, ну, смотрите, два акуленка, это так вот прилично. Живородящие, ходит год, через год, ну, плюс-минус. Один раз была тройня, все остальное время двойня. 60-62 сантиметра, как наши дети. Крайние пятое поколение, сейчас она шестыми беременна, родила нам, подарок мамочка сделала в 22-м году на день космонавтики, 12 апреля. Мы чуть позже ждали, она нам раз такой, двух девочек, мы их Белка и Стрелка назвали. Вот у нас в июле этого года Белка уехала в Крым, в Алушту, а Стрелка сюда по-прежнему Лазаревская. То есть сейчас вот будем ждать 12 месяцев, чтобы появились детки.
Вот, 12 месяцев, я сказала. Вот, ага. Да, ничего страшного, я лучше повторю. Смотрите, вот этот панорамный, гуляете, смотрите, мурены, акулы, они подплывут, они поднимутся, не только на дне лежат, а то люди переживают, ну что они плавают и лежат. Вот, сейчас маленьких мурен покажу, очень интересного покажу, спинорога с зубами, как у ребенка, кто дошел, Федора, там такая рыба, она вам обязательно выполнит какой-нибудь кульбит покажет, то есть он просто, рыба настолько контактная, с ней надо общаться. Они слышат вас, они видят вас, они просто... Я очень надеюсь, что вы после небольшого моего рассказа наших рыбок полюбите. Ну вот смотрите, можно на секундочку? Вот здесь она между камнями, ее сразу не видно, вот там двигается, шевелится. Желтоплавничная мурена, она на стендике тоже есть. Значит, зебра ушла за декорацию, она покушает и за декорацию прячется. Эту пересадят, она крупная, у нас такая желтоплавничная, они вообще больше метра, жила в большом объеме. И она больше такой активный хищник, зебра поспокойнее. Но вот она, они что-то вместе лежали, теперь прячутся. Это спинорог прячется, рыбка, которую люди и обязательно любят, чтобы покланялись ему. Посмотрите, он вверху зал, видите, у него рот наверху, а глаза внизу. То есть это спинорог, вот я вам титаны покажу, я вам разные виды покажу. Этот мелих или обыкновенный. Сейчас, терпите. Вышли из океанариума и продолжаем нашу прогулку по парку Ривьера. Четыре сына. Кафе называется. Здесь можно кофе взять, наверное. Теннисный корт для кого-то. Слоны здесь даже есть. Слоны, динозавры и прочие живности. Сладковато. Это что у нас тут такое? Фото услуги какие-то, лабиринты, какие-то лабиринты. Стоит пират. Душа города Сочи и с детства любимый всеми парк Ривьера приглашает вновь зайти в гости.
Экологичные детские площадки из природных материалов. Уникальный дендрологический состав. Современное общественное пространство, а также аттракционы и шоу для детей и взрослых. До встречи в парке Ривьера. 1 января все гуляют по паркам, по набережным. Погода супер, тепло. Тут что, тут не работает ничего, закрыто. Какой фонтан. Что, пойдем, да? Нормально. Да. Смотри, вот сюда, не вот сюда, вот сюда смотри. Фото. Какое-то. Фото. Вот такие пальмы. Здесь. Сейчас вокруг обойдем и спустимся с другой стороны. Ну так, территория парка большая, типа как дендрари, где я был. Но в дендрари там то спуск, то подъем, а здесь более-менее ровно идешь ровно. Идешь ровно, гуляешь. О, Йорк бегает. Вот такая красотища, да. 1 января. Кто бы мог подумать, что такая будет сегодня погода. Супер. Вчера пасмурно было весь день. А сегодня солнечно весь день. Погода просто супер. Янтарь. Да, еще дорожка. Да. Мы пойдем дальше. Пойдем в ту сторону еще. Скамья примирения. Поругались, сели и помирились. Кафе Фонтан. Не работает. Шикарная погода сегодня. Так, пойдем по правой стороне. Зеленый тифактор. Там он. Выгул собак запрещен. Спасибо. Роза. Красиво, да. В принципе, даже в плохую погоду, в пасмурную или в дождливую, пройтись, прогуляться можно. И кафешечки есть здесь. И собака язык на бок. Красота. Thank you.
Для детей, конечно, много всяких сделали развлечений. Отдыхают дети, веселятся. Там уже он видны жилые здания, наверное, там уже конец. Ну, все равно тогда большой парк. Большой. Ням-ням. Ням-ням. Неровности по мороженому, можно, да, по мороженому сейчас. Надо будет посидеть где-нибудь, попить кофейка. Пусто, никого. Тут никого. Это пустая, тоже никто не катается. Замок ужасов. Тут тоже никого, в основном все там, в начале абонемент «Замок ужасов». Страшно. Очень страшно. Не пойдем сюда мы. В замок ужасов. Все, да, прогулялись по парку. Сейчас пойдем в какую-нибудь кафешечку посидим, попьем кофейка. Ну, спустимся сюда, посмотрим. А вон вход в парк еще с той стороны. А, то есть вход в парк. И с этой, ну, и там, где я зашел, и с этой стороны, это, наверное, какая часть, западная или там пальма, в этих во всех. Вот отсюда еще
заходят. Вот тут этот, как они называются, где катался когда-то на таких картинах, или как он называется. Мы не пойдем, пойдем сюда. Да, погода вообще, он, мужик идет в футболке. Ну реально, да, сейчас, наверное, уже, наверное, плюс 15, а то может и плюс 18. Так что привет вам всем из солнечного Сочи. Снеговик, ты что тут еще не растаял? Кассы, да, для, конечно, для детей много сделали. Именно сюда надо ехать, идти с детьми гулять. В любую погоду, в пасмурную или не в пасмурную. Так что вот так вот, да. Хорошо. Сейчас пойдем по этой. Зайдем. Посмотрим. По этой стороне вот. О, розыгрыш, что-то там, елочки. Буквально через 3-5 минуточек у нас начнет работать анимация. Детям будет весело, вам будет интересно посмотреть по лавочкам, по разным, разные подарочки для Рождества, для себя. Смотрите, у нас люди есть, какая теплая, приятная атмосфера. С Новым годом, ребят! Всех с Новым годом! Давайте похлопаем друг дружке, сами, себе, любимым, с новым 2024 годом! Отлично! Почти оглушили меня. О, собака. Отдыхает. Ну и давайте мы пройдемся немножечко по нашим лавочкам, по нашим мастерам, которые предоставили свои услуги, свои хендмейд работы. Это handmade glass, это магия стекла и огня, фигурки из стеклодонной горелки при температуре 1200 градусов. Вы более 16 лет собирать скульптуры из стекла. Каждый изделие уникальное, возможно создать абсолютно одинаковые фигурки, но тем и ценится ручная работа и мастерство специалиста. Следующий бренд My Life. Украшения для современных девушек, чувствующих стиль и моду. В украшениях используется серебро 925 пробы, натуральные камни и жемчуг, чокеры, колье, браслеты, кольца. Все, что нужно, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, дополнить образ и поднять настроение. Лавочка тебе. Всякие безделушки, сувениры. Вон Дед Мороз, Снегурка машут. Любовь Ривьера. Красота. Древо жизни. Вот такая погода. Шикарная вообще, блин. Шикардос просто.
Здесь красуются живые деревья, украшенные яркими гирляндами и золотистыми шарами. Их необыкновенный аромат наполняет воздух, создавая неповторимую атмосферу праздника. Здесь сказка становится явью. Новогоднего чуда. Добро пожаловать в парк Ривьера. Лучшее место для встречи с волшебством новогодних мгновений. Так, сейчас зайдем в кофейка. Выпьем. Посидим. Передохнем. Продолжаем нашу прогулку по парку Ривьера. Попил кофейка, посидел, чуть отдохнул. Ну, мы уже, собственно говоря, идем на выход. Идем на выход. Сейчас тут будут он сигать. Там он баскетбол играют. Сейчас кого-то вырвет, а может быть и нет. Капец. Капец. Там он корабль катается не спеша так. А были случаи где-то в России, что с таких штук вылетали. Так, ну что, пошли на выход. Нам же еще идти в морской порт на набережную. Успеем сейчас только 3 часа где-то успеем на закат. Подписывайтесь и выигрывайте крутые призы. Приходите в парк Ривьера всей семьей. Рука такая с земли. Аттракционы.
идем на выход. Идем на выход. Гуляют. Дельфинарий. Дельфинарий мы не пойдем. Мы лучше пойдем на набережную. Отходят. О, какие он. Так, ну все, выходим, вышли уже с парка, идем в сторону морского порта. Будет включение уже с оттуда. Так, подземку в ту сторону.